было сделано заявление, и оно соответствует действительности. Все дети, по которым есть решение суда, выйдут из России в Америку. Все, по кому есть решение суда, и которое вступило в законную силу. Потому что это требование закона, это Конституция. В Конституции сказано, решение суда – это закон, его надо исполнять. Я бы хотел говорить не о том, что было сделано и что уже не будет отменено, какие бы протесты ни были. Это надо понимать, потому что все-таки Госдума абсолютным большинством приняла этот закон. Распускать никто Госдуму не собирается и не будет. Как бы не обидно было все эти оскорбления выслушивать, тем не менее мы должны двигаться вперед. Не опека, а детский дом, специализированный центр, и там специалисты. Быть реализован, как в Кемерово, в каждом регионе. Два дня назад правительство... 170 таких. Но это, конечно, не значит, что их обязательно должны отдать американцы. Ну с какой стати-то? Во-первых, давайте, коллеги, вспомним закон Российской Федерации, который действует с 1994 года, называется Семейный кодекс, о том, что приоритет российского усыновления у нас в стране. Российского. И с какой же стати мы сейчас должны приоритет давать американцам? Планы работы индивидуальные и так далее, и так далее. Но есть же органы опеки, есть службы сопровождения. Путин! Россия без Путина! Коля, вперед, давай! Ребят, вперед! Коля! The 30-day was up before January 1st, before any of this law came into effect. They still will not allow us to go pick up our children. And so they have told us we just have to wait for the Supreme Court to make some kind of ruling, which could be as long as 30 days. So we are stuck here.